Ядхакахава Таима Хасановна. Ищу сына Дхакахава Рамазан Володевича, 8 января 90-го года рождения. Позывной Шах, родом он с Кабардино-Балкарской республики, селение Урвань. Подписал контракт в городе Новочеркасске в 2018 году. С 23 февраля 2022 года он находится в зоне СВО, номер воинской части 91-706. Первый батальон, первая рота, 102-я дивизия. Он является командиром отряда «Барнаул», командиром боевой машины. Последний раз выходил на связь 21 февраля 2024 года. 22 февраля в 7 часов утра вышли на штурм в горячую точку в поселок Ивановское Красное. Со слов сослуживцев они наехали на мину, вследствие чего машина БМП, в котором ехал мой сын, подорвался. После мой сын сразу вышел на связь по рации, просил о помощи, но никто не отреагировал на это. Он носил кирзовые сапоги, которые сшиты на заказ. По нему можно его узнать, потому что в группе больше ни у кого нет такой обуви. На руках он всегда носит часы, на шее серебряная цепочка, которую он никогда не снимал. Татуировок нет, есть небольшой шрам на подбородке. Есть маленькая вероятность, что он в плену. Писали во все инстанции, никакого результата мы не добились. Воинская часть, где он служит, молчит. Прошу вас от лица матери и всей семьи помочь нам в поиске моего сына. Прошу вас не пренебрегать просьбой. Если у кого-то есть какая-то информация, прошу вас сообщить мне или администратору группы. Они с нами свяжутся. Заранее благодарю вас. Большое спасибо за понимание.